Здравствуйте, друзья! Вот интересно, зима еще вернется на Кубань или весна подарит нам хорошую погоду и цветущие фруктовые деревья? Послушайте, что нам предсказали синоптики на 27 марта. Краснодар встретит утро небольшим дождем и температурой от 9 до 15 со знаком плюс. Днем облачно с прояснениями, на градуснике плюс 16, плюс 18. Вечером 10-14 выше нуля. Ночью снова прокапает небольшой дождь, температура от плюс 9 до плюс 10 градусов. В Геленджике утром небольшой дождь, температура плюс 10, плюс 12. Днем облачно с прояснениями 11-13 выше нуля. Вечером 9-10 тепла. Ночью снова прокапает небольшой дождь. На градуснике все те же, плюс 9, плюс 10. Вода в Черном море еще прохладная, плюс 10. Чтобы вы зарядились хорошим настроением, послушайте ироничные стихи Александра Кушнера. «Пришла ко мне гостья лихая, как дождь, зарядивший с утра. Спросил я ее, кто ты такая?» Она отвечает: «Хандра». «Послушай, в тебя я не верю, ты Пушкина плохо читал. Ты веком ошиблась и дверью. Я, видимо, просто устал. Все так говорят, что устали, пока привыкают ко мне. Я вместо любви и печали, как дождь, зарядивший в окне. Хмурое злое соседство. Уеду, усну, увильну. Ведь есть же какое-то средство». Хандра отвечает: «Ну-ну». Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросеть», монтаж, отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодара», я Анатолий Тучков. Желаем вам хорошего весеннего настроения.